А то если я буду сегодня стримить долго потом, завтра-то не запущу, наверное, потому что спать буду. Вообще это, блин, у меня случайно так получается иногда, но как говнище, блин. Игра мне не дает делать хорошие пейсы. Чем лучше я иду в начале, тем больше каких-то дебильных ошибок, абсолютно не... которые даже невозможно предотвратить, все время в разных местах. Мне кажется, раньше, когда я постоянно руинил, например, на старом блин, невозможно точно это подогнать. Когда я постоянно руинил вот этот вот скип на самолете и еще какие-то места, или там не мог маджику нормально убивать, я зато другие места проходил стабильнее. Может, потому что я... Ну, Джекпот, кстати, говорил, что я не хочу какие-то новые страты изучать, но если так подумать, то я уже... Я изначально этого не хотел делать, но все равно я выучил там вот этот тот же прыжок в зеркало, тот же тазбат. Это то, чего я раньше как бы не делал. И я уже выучил несколько новых страт, и это мне усложнило задачу и так. Потому что теперь больше мест, где я могу заруинить. Блин, вообще не могу нормально поймать его. Ладно, пофиг. Не, вообще, да, я на боссе, блин, что-то наруинил, конечно. Прям не могу отследить нужный момент для прыжка.
Да блин, мне этот дебильный паттерн выпадает третий раз подряд. Я его боюсь. Почти гал, да. Ну, начало хорошее было. Не знаешь такие пейсы? Вот хотя бы небольшой минус бы был, там полсекунды. Уже было бы намного спокойнее сейчас, потому что можно было бы без тазбата тащить. Какой-то, блин, тазбат вообще не. Но я не люблю этот, блин. Ха! Все. 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 Наконец-то. С неровным тазбатом. С хорошим тазбатом это даже 7.13 было бы. Тазбат, ну, нормально так сейвить, действительно.